Добрый вечер, уважаемые телезрители. Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для гостей и жителей нашего города. В Печоре открылся новый цветочный магазин «Ля Флёр». Для вас всегда в наличии большой ассортимент цветов на любой вкус. Широкий выбор атрибутики для создания разнообразных композиций. Вас порадуют доступные цены. Стоимость доставки цветов 100 рублей. При заказе свыше 1000 рублей доставка бесплатна. Цветочный магазин «Ля Флёр». Вас рады видеть в числе своих клиентов. Телефон 8-904-228-07-58. Все для вашего автомобиля быстро, качественно, надежно. Наша автомойка представляет весь комплекс услуг: помойки автомобилей, полировки и химчистки, крытое помещение, СТО, низкие цены. Клиентам, предоставляющим визитную карту салона, 10% скидка. Ваш автомобиль в надежных руках. Не переключайтесь, впереди вас ждет прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – современная медицинская клиника. Только один день в Печоре – травматолог-ортопед и ревматолог из Сыктывкара. Предварительная запись по телефону 30350. И о погоде. Завтра, 10 июля, в Печоре ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Порывы до 12-17 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет 10-12 градусов тепла. А завтра днем плюс 21-23. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, улица Ленина, 16, телефон рекламной службы 356-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volnaplus.ru. Вы смотрели прогноз погоды. В студии была Марьяна Левченко. Всего вам доброго. До свидания.